Дорогие зрители шоу «Удар», дорогие фанаты независимой федерации рестлинга, надеюсь, вы ничего не запланировали на эту субботу. Да, я верю, что вы ничего не запланировали, потому что 27 июня состоится очередной этап чемпионата НФР под названием «Опасная зона». Да не обидится на меня Михаил Никитин, но в обход его персоны я уполномочен сделать одно важное заявление, и разрешение на него я получил непосредственно от руководства НФР. В эту субботу состоится матч трех углов, в котором определится претендент на бой за звание чемпиона независимой федерации рестлинга. И как вы можете понимать, дорогие друзья, одним из участников этого матча станет мой протеже Кувалда. Ему придется встретиться на ринге с еще двумя рестлерами, которые также претендуют на звание чемпиона. Первый – это Алексей Щукин, а второй – Иван Марков Локомотив. Но я надеюсь, как и все вы, я тоже думаю, что победителем в этом матче станет Кувалда, а вскоре и чемпионом независимой федерации рестлинга. До субботы осталось совсем-совсем немного времени, дорогие друзья. Мы будем там, и вы будете там. Мы ждем. До встречи!